Территория аэродрома Алтышлагер. 23 января 2022 года. Алтышлагер. Прямо здание столовой. Вот так просматривается здание столовой. Она без крыши, без верхней части крыши. За спиной и вправо, и слева были здания казарм, другие объекты. Сейчас здесь лес. Мы развернулись. Десять часов времени. Небольшой, очень небольшой дождь. Но пока большого дождя нет, а он должен быть сегодня, мы сделаем небольшой видеоролик. Это боярышник. Вот один плод остался. Вот еще один. Да, посмотрели, убедились, что казарм тут нет, как нет других объектов. Видно, что тут дождь, вот он, капельки дождя попадаются. Очень небольшой. Ночью был хороший дождь. Сейчас так, одна фамилия от дождя, ну, будет. Подойдем поближе к зданию столовой. Это все было. Столовая на территории уже, там сзади сразу высотка. Высотка? Ну да, так говорили участники групп. Подписчики моего канала, это вот тут заросли ежевики. Вон там проглядывается, я думал, там плоды ежевики. Нет, это шиповник попал. Ежевик. Я из-за них-то и пришел сюда. Я увидел там красный, думал, ну, наверное, это феномен. Нет, шиповник там. Зато увидали, что сзади у нас ничего нет. Вот капельки дождя. И вот тут дорога. Она и ранее тут была. А за дорогой там уже вот на подъем, и там уже будет здание столовой и другие объекты аэродрома. Эта дорога пошла туда прямо. И выйдет туда в сторону Мальтерхаузен. На подъем сюда, собственно, на аэродром. А вот где мы были, это, видимо, вотчина и расположение отдельного батальона аэродромного обслуживания. Наверное. Я точно не могу сказать. Это ежевика. Много ее здесь. В разных местах, в том числе и в неожиданных. Вот как это. Вот все это заросли, заросли. И подошли потихонечку. Вот здесь вот бетонное основание. И лесенка пошла прямо как входу в столовую. Вот ступеньки видны. Справа и слева перила. Вот они, металлические. Это с правой стороны. Такие же вон слева. Вот оно, бетонное тут основание. Что уж тут было, мало кто помнит, поскольку никто не комментирует. Наверное, слышно, на куртку падают капельки. Здесь мы не можем подняться, поскольку так сильно заросло, там надо продираться сквозь кусты. Мы немножечко вбок пойдем. А тут ступеньки. Еще раз посмотрим.
И бойцы со стороны расположения казарм стройными рядами. Обед, завтрак, ужин. Это по другой надобности. Вот здесь мы поднимемся. Вот здесь заканчивается эта лесенка. Мы сюда пойдем. Вот посмотрим в эту сторону. Тут, где мы начинали видео. Конечно, пасмурно. Конечно, плохо видно. Но никто не знает, что будет завтра. Будет ли возможность? Не будет. Вот сегодня есть возможность, мы делаем. А, кстати, вот разве видно, что тут вот зима, вот распускаются, почки набухают. Вот прямо столовая. Здание столовое. О, какая неожиданность. Вот как раз вот здесь лесенка слева, где мы видели ступеньки. Мы ее, по-моему, все правильно, мы идем. Ну, здесь же должно быть. Нет, вот тут она в заросли. Вот туда ход был прямо. Не можем мы сюда пойти через эти кусты. Но мы не хотели. Пойдем. Ах, вот бордюр. Вот бордюр. Вот здесь как раз была дорожка в столовую. Так прямо, прямо ко входу. Вот она тут определяется. Как бы просвет небольшой есть. А мы немножко правее возьмем и пойдем. Вовнутрь не будем заходить. Не один раз мы там были с вами. Ходили по всем помещениям. Вспоминали. Здание, как видите, еще стоит. Но это только такое впечатление, что оно цело. На самом деле нет. Только вот несущие стены основные используются или использовалось, сейчас не могу сказать. А как тренинг для мотоциклистов. Там они сделали трассу через здание, проезжали по всем помещениям на мотоциклах. Вот левее вон там дорожка в центр. А мы попадаем в ход, который вот с правой стороны. Ну, кстати, он еще закрыт. Не так давно мы посещали. По-моему, осенью был открыт. А это вот синего цвета тот контейнер, не контейнер. Это все декорации. Тут на этой площадке проводятся разного рода мероприятия в летний период. Вот один вход закрыт. Как и основной. Вот он. Это напротив, тут где дорожка шла. Сейчас, конечно, как видите, в зарослях. В зарослях ежевики. Вот так прямо дорожка. Там дальше мы видели ступеньки. Тут даже не отойти сюда, чтобы зацепился. Чтобы хоть типа, вход сделать. С какого ракурса ты зацепился?
Не получается дойти. Ежевика сердитая. Вот это центральный вход. Или основной. Балкончик вон там виден. В первое наше посещение было хорошо здесь видать. Сейчас не очень хорошо, хоть и уже и не лето. Летом вообще тут все заросшее. И что ты запутался в этих лианах ежевики? Ну, глянем с этой стороны, что делается, и уйдем в сторону стадиона. Ой, какой стадион, извините, нет. Вычеркиваем слово. Туда, на плац, вон туда. Будем выходить. Что мне в голову пришло? Вот я за декорацию упоминал. Вот они тут присутствуют, ассортименте. Разные. Туда мы не пойдем, нам неинтересно. Там. Немножко глянем. Развернемся. Вон высотка просматривается. Здание столовой. Здесь площадка, наверное, была какая-то. Все-таки где-то были построения, но перед входом. Перед входом, выходом. Но опять же, наверное. А попробуем обойти в эту сторону. Я упоминал, тут мотоциклисты. Это все для них тут было сделано. Это яма. Потом это летом загородили. Вот здесь можно зайти наверх. Здесь они заезжают, мотоциклисты. Вон пролом в стене. Ежевика вездесущая. Везде она. Здесь еще один вход. Вход-выход. Вот здесь. Здесь вход, выход, вот в центре. Где-то мы здесь ранее видели колеса, не колеса велосипеда, а вон висят. Развернулись. Вот снова мы смотрим на столовую.
Зима. 23 января. 5 градусов тепла или 6. Снег, который был день назад, растаял быстро. Вот дождь. Это макет самолета. Вот он. Этот макетик. Макет или модель или... Из дерева. Ха, почти в полный размер, да. Полномасштабная. Ну, конечно, в кавычках. Полномасштабная модель. По-моему, тут у него были шасси приделаны настоящие, из колес. Да вот. Вот она. Вот тут мотоциклисты, я уже говорил, залетают, вылетают. Наверное, уже в этом году, в прошедший год, наверное, тут не было их. Самолет тут стоит, мешает им. Вот и посмотрели. Вот тут площадка. Это большое, большой объект, это сцена. Это сцена, когда здесь проводятся мероприятия, вот артисты, ансамбли, коллективы музыкальные. Довольно много людей тут присутствует на этих мероприятиях. А вот здесь, деликатно сказать, вот тут в эту дыру, если мы залезем, там ступеньки и пошли под землю. Там проложены коммуникации, трубы всякого рода, кабеля были. Системы жизнеобеспечения аэродрома. Перестал дождь, который капал. Капельки не слышны. Контейнер мы уже знаем, для чего. Тут какой-то был. Может быть, даже торговая точка была. Это нас не интересует. Вот я говорил за эту площадку. Напротив столовой, наверное. Была она здесь. Столовая. Ну, пообедали и на выход. Опять-таки стройными рядами. Вон там, где велосипед, туда вниз. И там уже через дорогу казармы. Мы бы сейчас тут их видели, наверное. Часто упоминаю, наверное, может быть. Точно, как я могу сказать. Да, пообедали. Как меда напились, да? Вот тут. Что новое? Ржан. Капает все-таки. Но мы успели сделать видео до дождя 23 января 2022 года. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Не останавливается. Бывает такое, что включается. Надо... Я питание выключаю.
Да.